Отдельно напомню приставной наш шаг, и потом сюда добавим наш удар. Итак, приставной шаг, но мы уже будем не в таком положении, а вот руки будем здесь держать. И вот наш шаг. Раз, два, три. Три шага назад. Раз, два, три. Поменяли. Здесь. Раз, два, три. На передние стопы. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. На разных стопах. Руки, видите, они плавают, свободные. Не вот так вот. Отпустили, плавающие. Раз. Подвигались. Пока перемещение крест. Сейчас мы научимся не только вперед-назад, но и вправо-влево двигаться. Итак, посмотрите. Три шага вперед. Раз, два, три. Три шага назад. Раз, два, три. У меня правая нога сейчас впереди. Я делаю шаги вправо с правой ноги, а подтягиваю левой. Раз, два, три. Возвращаюсь на место с левой. Левая шагает. Раз, два, три. После этого меняем. И то же самое для левой ноги. Раз, два, три. Раз, два, три. Влево с левой. Раз, два, три. Право с правой. Раз, два, три. Обратите внимание, руки, видите, у меня такие плавают спокойно. Не надо вот так вот зажимать. Отпустите. Пробуем. Пробуем разогнать. Будем 5 шагов вперед, 5 шагов назад, не менять. Я постепенно буду разгонять. Я сделаю 3 скорости. Первая скорость. Раз, два, три, четыре, пять. 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 Вторая скорость. Третья скорость, ну, уже, может быть, на второй становится. Третья скорость уже такая будет. Попробуйте. Попробуем добавить сюда переднюю руку с касанием стопы. Посмотрите. Обратите внимание, работа телом. И я пока приложу вам... Назад, на шаге не делайте, это чуть сложнее, только вперед пока. Раз, два, три, четыре, пять. Потом развернули сюда, в другой. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Развернулись. Раз, два, три, четыре, пять. Две руки работают. И вот работа тела. Обратите внимание, не просто вот так вот, а вот у меня тело. Тело. Или зеркало. Основное дело, идея с зеркалем движения соперника, и учимся чувствовать дистанцию. Удары пока не наносим. И пока упрощенный вариант. В левосторонней стойке стали. Сергей лидер, он делает коротенькие шаги, переставной шаг. Я стараюсь не отставать, синхронно с ним делать. Чтобы не было так, делай, Сергей. Одновременно с ним. Держу дистанцию. Потом он назад идет. Я сохраняю дистанцию. Но двигаюсь не раньше, а за ним. Поменяли стойку. Опять Сергей лидер. Держим дистанцию. Как только начал, сразу за ним, чтобы не было минимальное время разрыва. Пока самый простой вариант. Влево-право не ходим, не меняем. Ну, примерно 5 шагов. Один с одной стороны, 5 с другой. Потом поменяли второй лидер. На три. Давайте на три шага. И стараемся держать позицию, сохраняя стойку, куа, то, что мы в столбах наработали. Дядя, быстро. Прыгать пойдем. Пока без удара. Форму крест. Три шага вперед, три шага назад. Три шага в одну сторону, три шага в другую, а я зеркально за ним двигаюсь тоже.
после этого раз поменяли стойку. И давай в этой стойке я буду вести. Ага. Одна рука, обрати, не просто держите, а она нацелена на него, да. Вот, нацелена. Не просто вот так вот ходить. Вот, ясно? Мы уже немножко познакомились, влево, право, вперед, назад, и делаем. Передняя рука нацелена на центральную линию. Вперед.